Друзья мои, огромная распаковка. Вот это вот Виталик пёр. Пришлось сделать дырку в пакете, потому что тяжеленная невозможно. 6 килограммов. Кристиночка. Кристиночка прислала мне посылку. Ой, Кристина. Виталик говорит, мы вроде еще дачу не начали строить, а как будто она кирпичи уже присылает. Поржали. Причем она действительно неподъемная, 5 кило, 5 с чем-то, ну короче 6 килограммов. Ну что ж, приступим помолясь. Главное ничего не разрезать. И тут, ой, перли. И тут, даже я не знаю что. Не, я знаю что-то, что она должна была мне прислать, но это явно не в таких объемах. Сейчас, терпение, друзья мои, терпение. Бульгирюнь пришла уже своим носюнь тут нюхает. Ну что ж, наша любимая салфетки. Черные салфетки, которые она мне присылала. Благодарю тебя. Подставки. Еще и главное, фея трудоголизма смотрит на тебя с укором. Фея трудоголизма сегодня в отпуске. Это подставки же под этим, под чашки. Две подставки под чашки. Так, такие вещи, которые и должны были, я вам показывать не буду. Ой, Бульгирия, тебе пришла вкусная еда, ты посмотри. Ну вообще, Бульгирия прислала. С тунцом эти, как они называются, гурме. Бульгирию. Сладюльгирия. Курага. Да какая красивая. Целая пачка кураги. Благодарю тебя. Благодарю. Ой, вот эти миляшки. Она мне сказала, что это для кашпо на улице. Миляшки поприклеивать можно. Это мы сделаем, будет красивенько. Дальше что это такое? Ну, мать, бальзамический крем уксус Моден. Вот такой я у нее пробовала, она салаты с ним делает. В общем, она поняла, что я ни рожна не покупаю. Я забываю про это. Также соевый соус она мне просто его купила и отдала. Спасибо тебе большое. Вот с этим, вот с этой, с этой штукой, как он называется, крем уксус, да. Очень вкусные салаты. Очень вкусный получается. Где их берет Кристина, каким образом она про них узнает, я даже не имею ни малейшего понятия. Но, в общем, она всегда какие-то вкусные соусы, вот эти вот штуки для блюд покупает. Вкусненькие. Так, еще персики сушеные. Спасибо большое. Персики сушеные. И вот про курагу и про персики. Не про курагу. Про курагу я не знала, по-моему. Про персики я знала, я говорила. И изюмчик. Изюм и изюм. Черный и светлый по пакету. Спасибо, спасибо. Дальше. Две книги. Помните, «Сбылась мечта идиотки» я читала? Вот то же самое. Не обращайте внимания, это собака пожевала. Она мне про это говорила. Две книжки еще она мне прислала про Люсю Лютикову. Они читаются за одну секунду. Рассказывать вам их не буду, а то начнется. Да расскажи до конца. И потом я буду 3 дня вам рассказывать. Говорит, про конфеты. Я знаю, что вы можете сказать, что у вас там такие есть. Но конфеты прислали рот в рот, мои любимые. Спасибо тебе, Кристиночка. Все, доехала. В целости и сохранности. Класс. Простите, простите. Простите, простите. Это случайность. Приятного аппетита. Рот в рот она прислала нам. Мои любимые конфеты. Все, мои сладкие. Кристиночка, спасибо тебе. От Виталика пламенный привет. Красота какая.
И от киски привет, сейчас под киску мокрый нос поцелую. Вкусненького еда. Ни про кого не забыла. Мы следки.